Мальчишки и девчонки, привет всем! Очень многие из вас спрашивают меня, как разминаться, именно специализированная разминка, в таких упражнениях, как подтягивание и брусья. Казалось бы, мы не можем разделять вес, так как собственный вес тела мы не можем поделить, но есть фишки. Многие из вас додумываются до этого, сами доходят до этого. Кто же не знает, как разминаться в подтягиваниях? Смотрим, как это делается. К примеру, я вешу 110 килограмм. Если я сразу же запрыгну на турник, начну делать подтягивания, то произойдет травма. Скорее всего, вы потянете брахиалис, что со мной один раз и произошло. Я почти год не мог нормально тренировать ни бицепс, ни спину. Приходилось выбирать определенные упражнения, которые не грузили этот сустав, эту мышцу, что очень-очень неудобно и тормозит ваше развитие. Поэтому всегда думайте головой, тщательно разминайтесь в общей разминке и в специальной. Вернемся к нашим баранам. Я вешу 110 килограмм. После общей разминки я выставляю на тяге вертикального блока ровно половину своего веса. Это где-то 55 килограмм. Это, конечно, не подтягивание, но все-таки мы начинаем движение уже с легкого разминочного веса. Наши суставы, наши связки, сухожилия очень хорошо разминаются. Делаю я где-то 8-10 повторений. После этого выставляю 75%. Как вы понимаете, это где-то 80 килограмм. С этим весом я делаю еще где-то 3-5 повторений. Почему так? Потому что это разминка, чтобы не переутомить себя и оставить силы на работу в подтягиваниях. А вы знаете, что подтягивание — это лучшее упражнение, единственное упражнение, которое делает вас по-настоящему широким в плечах, в спине и строит огромные бицепсы. После этого можно поставить еще 90% от собственного веса и сделать 1-2 повторения. Вы полностью готовы к подтягиванию. И теперь нужно подойти к турнику и смело начать выполнять подтягивания. В зависимости от того, какая у вас сегодня тренировка, на силу, на массу, быстрые, медленные мышечные волокна. Но самое главное, что вы уже размяты. И риск получить травму минимален. Всем счастливо. Увидимся в тренажерном зале.